Всем доброе утро! Всем привет! Богдан ходит в маечке с рекламной. Рекламная маечка, да? Но... Мы вышли погулять с Джекисом, у нас сегодня дождь был. А сейчас прям так парит. 25 градусов, вообще с ума сойти можно. Мы проснулись из-за дождя. Да, громко было. Не, мы не закрывали. Ну, в общем, я как-то проснулся, да, мне мешало, но потом... Ну, ты заснул потом. Да, вот, а сейчас опять какие-то тучи, крутит. Но обещают еще к 5, а завтра опять 28. Сейчас придем домой, покажем вам, что мы сделали. Да, мы сегодня идем моим родителям в гости. Вот, и мы вкусняшку сделали. Кстати, к нам сегодня опять Глория. Мы поедем ей покупать поп-ит. Вы же знаете, что такое поп-ит? Сейчас все дети помешаны на этих пупырышках. Посмотрите, как Джек мусорка едет, смотрите на него. Смотрите, как он реагирует. Это вообще ненормально. Что с ним происходит, я не понимаю. Что ему не нравятся эти большие машины, грузовики. Ну вот я тоже думаю, что он будет делать. Не знаю, странно. У нас процесс собирания. Ты обещал показать, что мы приготовили. Покажешь? Мы уже собираемся. Вот тут сушилка стояла, я убрала. В общем, такие домашние. Ну, кстати, фотографии. Ну, покажи это, что мы сделали, а потом я фотографии покажу. А, это, наверное, не откроешь, да? Наполеон. Наполеон сделали домашний, вкусненький. Вот. А еще... Ну, я уже говорила, да. А еще фотографии распечатали всякие разные. Ой, сейчас я тут не все покажу. Тут мы половину фотографий отдаем. Видел фотки? Нет? Такие вот, с Бельмонтаса. Тут всякие разные. Вот. Смешные тут. Так. Вот такая вот мы были, вот эти бинай. Кушали вот со свадьбы. На тебя. Вот такая вот со свадьбы. Но это все не профессиональные фотографии, это все еще такое наши, да, вот все фотографировали. А, и да, я, кстати, видела вот это вот Сося триликтосис. Но. Так что вот, печатаем классно. Вот такие вот. Мы купили вот такую бумагу. Сейчас покажу. Вот это вот. Ну, ничего. В душ? А, да, я сейчас хочу в душ сходить перед этой. У нас так жарко, душно. Вот такую бумагу купили, в общем. Там их разных есть, но единственное, что мне вот не нравится в этом принтере, то, что вот 13 на 18 вот размеры, он печатает только с рамочкой вот такой. Допустим, где тут маленькие были? Я даже не вижу маленьких. А, ну вот, ай, это, подожди, эти были фотографии на бумаге распечатаны. Тут тоже с рамочкой. Ну, в общем, без рамочки печатает только маленькие, 10 на 15. Мне это, ну вот, по-моему, вот здесь был. Ай, ну здесь я обрезала тоже. Видите, вам приходится выходить из положения. Вот. А еще до этого мы купили вот такую вот. Там тоже написано была бумага. Мы купили, короче, это просто лист картона. Я даже не знаю, где он уже лежит тут. Во, смотрите. Ой, простой лист картона. Зачем это надо было? Ну, в общем, все, так что будем мы сейчас собираться, одеваться. Джекиса оставляем дома. А, у нас, кстати, появился вентилятор. Мы тоже этого не показывали. Классный вот такой вот, с тремя скоростями. Нам в такую жару как раз хватает. Да, Джек, тебе нравится вентилятор? Мне еще нравится. Стрит хвост опустил. Ох ты ж, как она резко покатилась. Нравится?
нравится. Еще и музычку включили. А ты сядешь? Тебя это, тебе раздавится, если ты сядешь. Вот прикол. Они, смотри, они еще сами шевелятся. Слышишь, Зай? Они еще внизу шевелятся. Привет. Привет. Мы присели чуть-чуть в этот клер-эклер. Купили попит. Попит. Это чей попит? Наш? Это мой, да? Мой, да? А, вот. Вот, мы, кстати, еще ходили, Джеку Курму там купили. Вот. И сейчас поедем в Синука. И... Что мы там хотим? А, ну попробуем. Кое-что пойти. Да, прогуляться. Вот, так что Глория съела свой круассан, мама попила кофе. Открой страшную тайну. Да. Что мы хотим купить? Да. Ладно, все. Будем играться в купит. Что мы хотим купить? В общем, мы были в Синука, приезжали мы вот за этим, туалетной бумагой. Но вышли вот с этим. Покажи. Нам мама решила сделать подарок и купила микроволновку. Да, так что мы, конечно, сейчас в шоке немного. Ага, пока мы немного в шоке. И мы приехали к родителям в гости. И с этими всеми бандурами, с туалетной бумагой и микроволнов. Мы все свое носим, в общем, с собой, чтобы людей не утруждать, да? Подогреть, пожалуйста, мы сами подогреем. В туалет сходить, то мы со своей туалетной бумагой. Вот, идем. А? Но прикол какой-то. Смотрите, парковка вся забита вообще. Невозможно поставить ничего. Вон, даже папа заставил кого-то. Ой, все, будем открывать двери сейчас, буду помогать. Ты ведешь Джека на улицу гулять? Да, Джек? Самостоятельно. Джек, будь послушным. Джек, ты будешь послушным? Хоть когда-нибудь в этой жизни ты не будешь тянуть. Почувствуй через поводок. Что это ребенок маленький. У нас тут мусора полным-полно. Держи, держи. Это, ну идемте. Ну, как бы вот так. Буду брать я. Джеку. Мы уже дома. Смотрите на принцессу. Какая красивая, да, у нас. Зацените. Лук. Вообще на бал собрался. Да, на дискотеку вот. Собирались. Мы тут играли в перестановку. Вроде здесь все осталось так, как было. И тут... Да. В общем, мы уже испробовали, все греет. Мы это наставили время. Здесь все это тачскрин. Ой, я тут сама все понажимала. В общем, все это тут нажимается. Тут защита от детей тоже 3 секунды есть, подержать можно. Вот здесь, значит, тарелка, как обычно. И вот это вот для двух этих, для двух тарелок, чтобы вместе греть. Вот, ну прикольно. А еще, кстати, было в этом. Вот такая вот штука. Ну, мы еще почитаем, да? Mm-hmm. Все это посмотрим. Человек меня лижет. Я тут еще не переоделась, так хочу уже в душ сходить, помыться. Что ты меня лижешь там? Что ты лижешь? Вот, у нас по расписанию мультики. Маша и медведь. Ты сам на Машу больше смахиваешь. Снимаю. Аккуратно ты там не повыдирай себе волосы. А, ну тогда ты снимешь. Давай я тебе сейчас... Фу, Джек, правда, хватит. Все, мы, наверное, уже будем прощаться. Да. Но я такое ощущение, что я сегодня на видео вообще не показывалась. Ты меня снимала вообще сегодня? Не? Та-дам! Ну, в общем, так что мы сегодня с покупками хорошо посидели, поели этого Наполеона, поели курицы, поели там мясо, в общем, всего мы наелись и идем сейчас отдыхать, да? Но мы еще спать не будем, я не знаю, может, что посмотрим. Может, так? Не знаю, может, Машу и Медведь даже посмотрим. Вообще, на самом деле, классный мультик. Мне очень нравится мультик Маша и Медведь. Я прям кайфую, я могу залипнуть, там такие ржачные эти мультики.
прикольные придумали. Не то, что у нас в детстве. Но у нас тоже хорошие были. Ладно, буду я тут парикмахерскую закрывать. Все, увидимся. Все, всем спокойной ночи. Да, увидимся со всеми завтра. Всем пока.